Этот учебный реферат мы начнем вот с чего. Скажем так, с дальнего подхода. В моей коллекции присутствуют два аромата парфюмера по имени Люсьен Ферреро. Это классический французский парфюмер, который уже более 50 лет трудится на ниве создания исключительных парфюмерных композиций. Его задача, основное, я бы даже так сказал, производственное кредо, это максимально упростить сложное. От того, как простое усложнить очень просто, а сложное упростить очень сложно. Бесподобные ароматы, у меня их, как я уже сказал, два. Это Paramour Pour Lui, это из-за любви к нему. И второй аромат, который называется Harmonie Pastorale. Сумасшедшие вещи. Вот эта идея, эта концепция упрощения сложного, она стала основной мыслью для создания данного реферата. Теперь непосредственно к нашей области изучения и интереса. Вот здесь я собрал свой основной и полный технический потенциал для обработки любой клинковой бритвы. Имеется в виду заточка. С помощью вот этого набора я в состоянии выполнить или подготовить к работе любую бритву. Отдельным исключением являются те бритвы, стали которых структурно вообще никак не предрасположены для механического воздействия при помощи абразивных материалов. Но исключения эти абсолютно редкие. Любое другое решение, то есть если оно поддается механическому воздействию, то это можно выполнить с участием вот этого набора. От самого грубого до самого тонкого. Этот можно поменять на 400-ю Чосеру, однако ему предпочтение отдается ровно по той причине, что он тверже и медленнее ловит седло. Поэтому он здесь присутствует. Итак, это Шептон Глаз, 500 гритный камень, 29,4 микрона величина зерна. Это Шептон серии Rockstar 2000. Это Naniwa Superstone 8000 камень, который благодаря вот этому, ну понятное дело, ну как попав в руки вот такому бриллианту, я не мог его уже из рук из этих выпустить, поэтому я его приобрел, сразу предвосхищая любые вопросы. Еще раз огромное слово благодарности Денису, у которого я этот камень приобрел. Сумасшедшая штука. Теперь даже в основном, если никаких, скажем так, выкрутасов при заточной сессии не наблюдается, то затачивается прямо вот так, по-простому. Двойка, вот этот камень основную заточку делает. И вот этот камень финиш и доводку. Если там имеем дело с суперсталями, можно еще вот сюда скакнуть. Это техническая яшма от Валерия, которого я опять же таки сердечно приветствую. Безгранично благодарю. Все. Отдельная слава благодарности Максу Заворотному, просто за то, что он есть, просто за то, что мы с ним в теплых дружеских отношениях состоим. Опять же таки, слова благодарности Питеру, нашему немецкому коллеге, который добывает из старых копий тюрингийские сланцы, точнее сказать, породу тюрингийскую, которую потом есть возможность из них вырабатывать вот эти нагурки прекрасные. Все очень и очень, как бы, вот я пришел за всю мою скромную
конментерскую карьеру, я пришел вот к вот такому рабочему набору. Естественно, камней у меня больше от того, как задач перед ними стоящим больше, поэтому, но нас интересует сейчас бритва. Бритва – это, мне кажется, самое интересное из того, что можно заточить. Самое интересное, самое тонкое и, опять же таки, самое чувствительное и в прямом, и в переносном смысле. Вы это всегда и сразу почувствуете. Малейший нюанс вы почувствуете сразу. Итак, есть вот такой набор, ну, условно, без привязки к персоналиям, есть вот такой набор. Но сегодня нас ожидает увлекательнейшее путешествие совсем в другую сторону от того, как сегодня мы будем рассматривать контрполярный ортодоксальному метод заточки бритвы клинковой. Представим ситуацию, когда ничего этого у нас нет, кроме вот это все мы в сторонку прямо сейчас вот так берем, прибираем. Вот так. Мы оставим вот эту тюрингийскую навуру. Вот так, так. Так, вот это все мы убираем, это нам не нужно. И это нам не нужно. Добавим сюда кусок стекла. Это стекло обычное оконное стекло, оно не каленое никак. Я пошел просто к ребятам, которые стекла режут. Мы когда окна обратно в кучу собирали, заказывали стекла. Обычное, опять же таки, здесь пятерка. Абсолютно обычное стекло. Абсолютно обычное. Нам понадобится вот это стекло. Вот этот шмат тюрингийца. И вот этот самый бюджетный кусок, это у нас Нанива Т, это Traditional. То есть самая бюджетная серия у Нанивы. Traditional Stone, это 1000-гритный камень. Единственное его, скажем так, отрицательный нюанс, его нужно, ну, на это нужно время, его надо замачивать в воде. Поэтому он у меня сейчас в контейнере с водой отмокает. Возьмем мы вот эту многострадальную бритву и с помощью вот этого стекла, вот этого шматка и того, который получится, мы попытаемся воспроизвести или получить сколь-нибудь удобоваримый результат конечной формы режущей кромки и рабочей фаски для, в общем-то, бритья. Сможем мы подготовить клинок к работе или нет, я думаю, буквально прямо на глазах сейчас и проверим. Чайку хлебну. И потихонечку стартанем. Стекло не матированное. Кстати сказать, оно отматируется само собой. Как только, ну, так или иначе, вы... Если тысячным камнем мы потрем, естественно, он какие-то царапки оставит. Если на нем поработать чуть дольше, потому что это стекло, как бы оно раз или два я его в работе пробовал. Эту сторону пока мы трогать не будем, умышленно, естественно. Еще один момент. Вот в этой серии Шептон Глаз, если ее рассматривать целиком, то она включает в себя там абразивы, начиная, я не знаю, по-моему, ну, боюсь ошибиться, но один из начальных абразивов это 500-й, у них финишный это, по-моему, 30-тысячный, в наборе идет алмазная пластина для притирания, дорогущая абсолютно, хотел ее когда-то купить, но дешевле там $280, по-моему, я цены не нашел, поэтому плюнул на это все. За эти деньги можно 10
чугунных притиров купить и нарезать на них ламели у токаря и купить 2 тонны порошка карбида кремния. Ну, короче говоря, не суть важно. Более интересно то, что к этому набору, если полный набор покупать, он там, по-моему, я даже не знаю, сколько он стоит, к нему идет основание. Основание это такое же точно, вот такое же точно стекло, но это стекло обрамлено просто таким резиновым кантом. Ну, для того, чтобы вода не растекалась, и у вас там все эти камни на вот этом как бы основании. А, и у них там еще в комплекте шел такой stone holder. Ну, это штука, на которую камни кладутся, и они никуда не елозят. Так вот, я к чему это веду? На вот этом основании, на стеклянном, на вот этом поддоне, подносе, поддоне пусть будет, там написано, там указана гритность. Вот меня это еще тогда поразило. Гритность указана как 50 тысяч грит. Я для себя сделал отметку о том, что стекло как материал, оно также имеет определенного рода абразивную способность. Мы к этому стеклу, вот непосредственно к этому, мы еще вернемся. Сейчас же наша задача создать рабочую фаску, ну, если возможно, конечно, если получится. При помощи тысячного камня, наводя суспензию тысячного камня на стекле, на вот этом стеклянном притире. Это будет шаг номер один. Он отмок уже. Ну, может быть, не так активно, но вполне себе наводится. Ну и опять же таки, заодно мы осуществляем ровно вот такое же матирование, как и в случае с шептом глаз. Ну, идея становится понятной, правда? Сейчас у нас будет работать свободное зерно тысячного камня на стеклянном притире, ну, который условно, условно, абсолютно условно имеет гритность 50 тысяч единиц. Руки на всякий случай протираю. Так, стёклышко взяли. Если вот так бритва ходит по суспензии, очень легкий ход. Прямо тактильно ощущаешь, что клиночек катается по вот этим зернышкам крупненьким. Как только суспензия как бы сходит, то, естественно, движение затрудняется. Ну, я надеюсь, видно, что почернение достаточно активное. Давление, как мы можем наблюдать, минимальненькое применяется. Очень агрессивный этот камень, прямо очень агрессивный. Зерно у него твердое. Ну, наверное, естественно, оксид алюминия, что здесь нужен. По цвету не карбид кремния, так точно. Специально подольше я возюкаю, для того, чтобы наверняка мы получили рабочий паттерн, такой прямо бескомпромиссный. Никаких там старых следов, ничего этого не осталось. Там, мне сдается, уже достаточно. Достаточно показательно. Ну и сейчас, естественно, микроскоп нам покажет. Там тихий ужас. Зернышки крупные.
картина поражающее воображение, очень сильно напоминает мне наш предыдущий вот этот творческий эксперимент. Так, ну вроде как настроил. Давайте смотреть. Там, конечно, фасочка пострадавшая. Вот. Смотрите, какая она. Да, сразу по ходу. Спрашивали ребята относительно микроскопа. Вот мой микроскоп, это National 210 серии, револьвер на 4 окуляра. В максимуме выдает он тысячекратное увеличение, но я даже 400 не использую, потому что крайне проблематично ловить там фокус. Я переделал вот этот его предметный столик, который перемещается. Я просто к нему, к этому предметному столику, приделал вот такую акриловую, скажем так, накладку, и там установил два магнита. Это все дело я накрыл изолентой для лучшего просто контраста. И вот таким вот образом это используется. С этой стороны лампа, вот сюда я прилепил магнитик, она на магнит крепится. Так, ну что, старт мы осуществили. Мы получили некую рабочую фаску, естественно, с выходом на режущую кромку. Ну, какой этот выход, мы посмотрели. Теперь вот просто без каких бы то ни было дополнительных промежуточных этапов, вот берем и добываем суспензию из тюрингийца прямым наведением на стекло. Тру уверенно. Кстати сказать, вот обратите внимание, вот я на это уже обращаю внимание не первый раз. Вот здесь появляется вот такая как точка. Вот она. Происходит в момент трения. Там, видимо, повышение температуры точечное, прямо вообще. И какая-то из частиц куда-то прикипает. Я и на камнях такое наблюдал. Поэтому, естественно, слишком, как бы, чрезмерно давить, ну, я бы не советовал. Потому что вот эта потом прикипевшая частица, она, естественно, будет вам подбивать паразитную риску. Сейчас я еще чуть-чуть, так, чтобы вот цвет мне не мешал. Побольше мы суспензии наколотим. Естественно, для того, чтобы справиться вот с таким объемом поражений после такого грубого камня, понятное дело, времени нам понадобится чуточку больше. Но я думаю, наше исследование того стоит. Начинаем с кружков, с колечек, короче, с бубликов. Естественно, стараемся таким образом, чтобы у нас клинок располагался изначально, скажем так, вот мы его уложили, да, на суспензию, и потом начинаем на этой суспензии, как бы суспензию эту при помощи клинка по стеклу растирать. Поскольку так или иначе давление оказывается, суспензию мы из-под клинка выжимаем, ее становится меньше, меньший слой остается между клинком и, в общем-то, притиром. Ну, в данном случае стеклом, естественно. Еще раз важный момент, то что стекло у нас, ну, фактически не матированное. То есть вот оно хорошо прозрачное. Вот это, скажем так, дымка, которая на нем есть от предыдущей работы, она незначительная. При всем при этом,
Прошу обратить внимание, насколько быстро темнеет суспензия тюрингийца. Это первый акцент, который я хотел бы сделать. А по нему еще будет следующий акцент, но для... Ну, сейчас мы попытаемся, естественно, фасочку подготовить. А потом я вам покажу, насколько, как супер агрессивно он работает на матированном стекле. Судя по тому, как взаимодействуют плоскости клинка, поверхности стекла, можно уже к определенным выводам прийти. Фаска уже обработана. Имеется в виду вот этот абразив в виде свободного зерна тюрингийца. Он уже свое дело сделал. Опять же таки, нам надо максимально это все дело почистить. Мы применим и диагональные тут движения, естественно, все. Все равно это все занимает минуты, как мы с вами наблюдаем. Это все, ну, во времени не растянуто. Прям так, чтобы особо. Я не буду единственное делать здесь акцент на пятку. Нам просто важно, ну, понятное дело, что если номинальный идет процесс, то пятку и носик нужно контролировать особо. Это, ну, само собой разумеющееся. От того, как эти места, ну, носик — это вообще самое важное место, потому что он в работе больше всего присутствует, и он должен быть подготовлен как никакой другой элемент режущей кромки. Черное уже, смотрите. Нихообразные движения, ничего не применяю. Вот такие халфстроуковые, их достаточно. Потом мы вот так возьмем их и уменьшим амплитудку движения. И так, и вот так. Вот особенность работы свободного зерна. Естественно, стекло, как притир, здесь от него абразивности никакой ждать не приходится. Сейчас работает только один камень. Это вот к разговору о том, насколько он работает быстро. Сама толща породы так работать не будет никогда, естественно. Никогда. И то же самое, я когда-то уже об этом говорил. Если вы наведете суспензию тюрингийца на толще тюрингийца, он сработает заведомо грубее, чем если вы наведете суспензию тюрингийца на, допустим, на твердом японце или на сверхтвердой яшме. Свободное зерно, ну вот мы можем наблюдать. Свободное зерно, его будет работать, ну, скажем так, если наводим, опять же таки, повторюсь. Если вы наводите суспензию тюрингийца на тюрингийце, то вы из толщи породы вы высвобождаете абразивное зерно. В этой толще породы остается след от этого зерна в виде там каких-то неровностей, будем так их обобщать. И эти неровности... Эти неровности, они... Я просто увидел то, что мы тут наделали. Ну, я буду, точнее сказать, вы будете поражены не меньше, чем я, конечно. Так, ладненько. Короче говоря, так, чтобы закрыть вопрос с тюрингийцем. Вы...
большего результата, лучшего результата, всегда лучшего результата вы добьетесь от работы тюрингийцем свободным зерном по нетождественному притиру или по нетождественному ханзану или по нетождественной основе. Всегда так будет. Так, ну все, смотрите. Это, конечно, нечто. Вот мы наблюдаем. Еще раз, я хотел бы сконцентрировать внимание на том, что это мы сейчас обрабатываем очень, очень хрупкую, очень капризную сталь. Для любых других решений это будет еще гораздо проще, понятнее и с лучшим результатом. Хлебну чайку, ваше здоровье. Вы знаете, все, заточка завершена. Нам остается сейчас сделать ладонную правку. Посмотреть, какая красотища у нас получится. Да, до ладонной правки. Давайте мы на всякий случай проверим. Так, здесь все понятно. Я отработанную суспензию снова. Вот сюда кладем. Естественно, здесь мы рабочую поверхность протираем. Вот так. Даже вот так мы. Вот так сделаем. Пусть оно там стекается, стеклышко. Мы сейчас попробуем. Ну, понятное дело, так оставлять нельзя. Нам просто важно понимать. Скорее всего, там вот этим микро-микрозаусенчиком, ну или микронеровностями, сейчас вполне возможно, что бритва будет волос перебивать. Однако потом мы сделаем стандартных 100 проходов ладонной правки, продублируем контрольный тест, и потом мы сделаем 50 проходов на коже и еще раз продублируем рабочий тест. К огромному счастью, у нас здесь перебивание волоса не наблюдается. И тактильно я ощущаю, что он вообще никак не подхватывается. Волосок мы этот умышленно здесь оставили. Так. Совершаем контрольную правочку на ладони. Я сейчас дополнительно так сухим полотенцем ладонь протру. Так, поехали. Десять, двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят, шестьдесят. 70, 80, 90, 100. Наблюдаем. Дай бог вам здоровья. Ароматы, конечно, божественные. Ладно. Вернемся к осматриваемому объекту. Увеличились.
есть какие-то замечания по внешнему виду рабочей режущей пробки? У меня лично нет. В работе себя покажет исключительно. Такой внешний вид рабочей режущей кромки покажет себя в работе исключительно. Что, проверяем, естественно. Что остается? Проверять в работе. Да ну обратно, сработает. Ой, да ладно. Не уверена, но сработает. Вы знаете, я даже 50 не буду на ремне накидывать. И так все ясно, все понятно. Очень важное замечание. Я тут колдую с утра. Вот еще какую штуку можно было бы сделать. Я этого делать не буду. Я хочу показать нечто другое сейчас. Но вообще, на всякий случай, если, допустим, если я на вот таком камне пробовал, потом пробовал на Нива Суперстон 8000, естественно, на японцах я пробовал на Яшме. Значит, на Яшме я получил результат самый лучший. Допустим, стекло даст такой эффект только если оно матированное. Поэтому, ну, условно, скажем так. Вот у нас есть, ну ладно, матированное стекло мы пока оставим в покое, оно нам сейчас понадобится для другой задачи. Вот Яшма, она, естественно, ну, супер доведенная, прямо супер доведенная. На сухую, сухой же бритвой. Вот так можно еще взять и поделать. Вместо латунной правки. Вот так. Просто взять и поработать. Времени, ну по времени это у вас должно занять где-то от 10 до 15 минут. Можно держать на руке, либо можно камень установить и вот так вот просто повозюкать. Банально. Таким образом, у вас создастся практически такой же, не такой идеальный, как при ладонной правке, но будет тоже микроконвекс создаваться очень правильного объема, очень правильный объем. Цель, преследуемая вот этим мероприятием, выполнить определенного объема пластическую деформацию металла в районе непосредственно режущей кромки, тем самым режущую кромку упрочнить и сделать рабочую остроту, скажем так, пролонгировать ее максимально во времени. Очень хорошая штука. Все равно, самое лучшее, это, естественно, правка ладона. Но если что-то не получается, или если есть какие-то сомнения, потому что этот метод, ну, откровенно небезопасный. Я часто и густо подрезаю вот здесь. Порезы, конечно, ну, такие, они незначительные, но чувствительные очень. Либо вот здесь, поэтому этот палец я слегка убираю. Вот. Вот такая правка на сухом камне, на любом сухом камне, но вот на твердом и очень плотном камне это вообще прямо хорошо. Сейчас мы... О, кстати сказать, вот мы что-то повозюкали, да? Потерли. Попробуем, не улучшилась у нас ли ситуация с срезом волоса. Ну, на корень он и так будет, я думаю, дубасить. Вот. Характер реза поменялся. Прямо значительно поменялся. Хотя оптически там изменений нету. Так. Ну, уровень остроты такой же. Точно так же от корня режет похуже. Понятное дело, сейчас я сделаю... Ну, давайте, ладно, чтобы уже до конца
все показать воочию. Стандартных 50 проходов я сделал. Вообще не давно. 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 20. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9, 30. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9, 40. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9, 50. Считал вслух умышленно для того, чтобы вы могли для себя определить скорость, которой происходит правка. А скорость, я вам доложу, невысокая. Быстрее, чем я отсчитывал. Так, волосок я пока положу, а бритвочку протру от волокон кожи. Так, ну давайте. В 3 сантиметрах лупит. Ну что, сработает, как думаете? Вне всякого сомнения, бритва, заточенная только что вот таким дворовым способом на стекле, даже не на матированном, а на обычном стекле с участием абсолютно бюджетного абразива 1000-гритного, я хотел бы подчеркнуть, 1000-гритного, и потом на свободном зерне тюрингийца, дало нам вот такой результат. Я даю любую гарантию, вот эта бритва в брите покажет себя абсолютно удобоваримой. Сопоставим ли этот результат с вот этими всеми сложными, растянутыми во времени манипуляциями со сменами камней там, и так далее, и так далее. Сопоставим. Процентов, наверное, на 40, я бы так сказал. То есть, ну, нормально ли она будет брить? Абсолютно нормально. Насколько лучше результат использования большого количества абразивов, абразивов, безусловно, не бюджетных, естественно, требующих к себе внимания и подхода. Я вчера вот этот камень полдня лакировал тут, и торцы я проклеивал. Нужно было, поскольку абразив исключительного свойства, необходимо было такую же исключительную ему дань уважения отдать и подготовить его для, скажем так, будущих свершений. Еще одно объяснение, почему у меня столько много камней, если можно обойтись вот этим простым вот таким методом. Ну, метод, как мы увидели, естественно, он рабочий. Можно им сделать, но здесь мы наблюдаем абсолютно яркое определение того, насколько хороший враг лучшего. Опять же таки, разницу между заточкой вот таким вот образом и заточкой на полном сете абразивных материалов, она может быть и не колоссальная, но вы всегда вот эту разницу ощутите. А я хотел бы, чтобы бритва, которая от меня любому из вас приходит после хонобслуживания, она была подготовлена в максимальном объеме. Я не привык, у меня нет такой привычки, скажем так, размениваться по мелочам. Я люблю достигать результата, от которого я сам получу удовлетворение, и прежде всего получит удовлетворение тот,
кто будет этот инструмент использовать в работе. Но сам по себе метод, конечно, как минимум развлекательный. Единственное, что нам осталось, наперекор всем канонам, моим же, ну, в определенной степени, моим утверждениям о том, что тюремьеец ничего не точит и камень не быстрый, ну, здесь скорее мы рассматриваем не его способности, а степень взаимодействия с матированным стеклом. Вот мы наблюдаем. Здесь стекло матированное, оно матированное с фабрики. Это на Шептоне еще эти стекла матированы. Мне кажется, если вы возьмете даже вот такое стекло и его отработаете на этот метод, я подозреваю, точно такой же. Его вы отработаете на порошке карбида кремния, ну, таком каком-то более, ну, скажем так, средней грубости, там, 320, пусть будет. Вы получите ровно такой же результат. А теперь мы сделаем вот что. Вот так капнем водички. Да даже сполоснем его. Возможно, где-то крошечки, частички убрать. Никогда не стесняйтесь лишний раз абразивы споласкивать. Они вам и бритва всегда за это скажут спасибо. Всегда. Наблюдаем. Да, вот призвук такой неоднородный. Где-то вот здесь. Или вот здесь. Ну, в общем-то, не суть важна. На матированном стекле суспензия добывается гораздо легче. Именно потому, что оно не столь полированное, имеет вот такие неровности. Ну, теперь смотрите. Видно вам? Ну, даже если это не видно сейчас, так, чтобы не отсвечивало, вот так. На матированном стекле ход значительно приятнее. По зрительному определению, вот так, если взять, вот посмотреть, насколько быстро темнеет суспензия, естественно, тюремьеиска, тут больше нет ничего, к ней ничего не подмешивается. Сопоставим он с качественным, очень качественным японцем. Не топовой, естественно, но предтоповой скорости обработки. Ну, посмотрите. Все уже чернота чернючая. Сейчас мы еще в микроскоп посмотрим. Это ж мы бритву подготовили, она была полностью подготовлена у нас. Прямо полностью подготовлена, справкой со всеми делами. Сейчас, по идее, поскольку мы обух изолентой не подклеиваем, мы сейчас посмотрим, добрались ли мы, почистили ли мы всю фаску вплоть до режущей кромки. Это вопрос номер один. И следующий за ним вопрос, это изменилось ли у нас зрительно, ну и структурно, понятное дело, режущая кромка, рабочая фаска по своему паттерну. Чудеса, правда? Можно работнуть на зерно, однако, ну, имеется в виду, вот такими движениями на зерно поработать. Но такой, ну, я каждый день прихожу к такому выводу, что вот этот метод работы на зерно, он имеет, наверное, больше моментов отрицательных, чем положительных. Поэтому я его не использую. Так, смотрим.
Так, так, так. Опля. Все ясно, все понятно. Да? Чудеса дай только. Давайте еще раз, скажем так, контрольно. Уже на ремень мы прыгать не будем. Сейчас еще раз сделаем правку на ладони. Посмотрим, как это будет выглядеть. А потом в противовес вот на этом супер японце подработнем. С наведением на нем суспензии от супер на горы. О, давайте, так будет интересно, мне кажется, и вам, и мне. Так, соточку наворачиваем, поехали. Раз, два, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, двадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, тридцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, сорок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, девять, пятьдесят. 70, 80, 90, 100. Раз. Вам сказать. Увеличили. Приблизились. Оп. Сейчас. Вот. Да? Все абсолютно. Абсолютно понятно. Ну, опять же таки. Раз. Это мы смываем, чтобы бардачка тут не разводить, чтобы все было красиво и эстетично. Так, это вот сюда поставим. Возьмем тряпочку, вот так протрем аккуратненько. Я даже не буду добывать из породы суспензию собственную. Я возьму вот эту прекрасную Максимом Николаевичем от глубины души презентованную супер на гору морычки. И вот на этом камушке мы сейчас... Оно, конечно, добывается не так быстро, суспензия, но вполне себе. Это еще раз я хотел бы напомнить о том, что я говорил, далеко не любая Тома Нагура подходит к ханзану. Допустим, вот этим камнем, на вот этом камне, вот этом, вы суспензию этого камня никогда не добудете, потому что вот этот камень, камень основа, он значительно мягче. И он структурно не такой плотный, чтобы из этого камня... его, скажем так, зерно освободить. А этот прямо сверхплотный. Я не могу сказать, что он сверхтвердый, но то, что он сверхплотный, это 100%. Ну и работает, конечно,
заоблачно. Это просто. Это просто. И мне кажется, особая радость состоит именно в том, что возможности этого камня может попробовать любой желающий бритву на заточку прислав. Любой вообще. В общем-то, камень для этого и покупается. Все камни, которые я покупаю, это все для того, чтобы в конечном счете улучшить результат тех бритв, которые я от вас получаю для проведения хонобслужения. Поэтому, ну, откровенно сказать, я и на себе экономить никогда не привык. Лучше купить что-то хорошее. Естественно, все хорошее денег стоит, но так, по мелочам не распыляться. Это на круг получается всегда дороже. Можно уже на таком объеме поработать, но я хочу просто лишний раз еще камушек притереть. Давление на него незначительное. Но, повторюсь, сейчас мы добываем или высвобождаем из породы абразивное зерно только камня Нагуры, Тома Нагуры. В данном конкретном случае это очень легко определить, потому как этот камень, он обладает особым запахом. Его ни с чем не спутаешь. По цвету он чуть светлее, чем суспензия самого ханзана, но по запаху точно не спутать. Более чем достаточно. Ну и здесь, конечно, фидбэк от камня просто великолепный. Вот так в район осевого мы подхватили. О, как хорошо. Посмотрите. Это, конечно, эталон абразивного материала. Эталон. Вот это класс. Он такой предстеклянный. Это настолько вообще. Оно понятное дело, что тут уже через руки проходит столько. Тут хочешь не хочешь, начнешь понимать разницу. Но, конечно, чувствуется, что он меня доводит. Прямо доводит до самого краешка. Класс. Вот так мы уменьшим амплитудку. Отойти, так чтобы не отсвечивало у нас. Еще мягче, еще легче. Клиночек этот я на камушек прикладываю. Вот так и кладу прямо на кучку суспензии, если так можно выразиться. Смотрите, никакого излишнего давления мы не прикладываем. Здесь уже все серое. Вот мы его оставим в покое, а через минуту оно все будет рыжее. Съем металла супер мизерный. Класс. Просто класс. Вообще микрошишки, микроамплитудки. Я думаю, если нам улыбнется удача, завтра мы будем щупать роскошный антикварный транслюцентный арканзас, крупненький, там 7-дюймовый он.
И он такой еще, его отличает выгодно от, ну, по крайней мере, эстетически отличает от современно добываемых цвет. Он такой желтоватый, ламповый цвет имеет. Там вообще супер. Тоже будет интересно пощупать. Есть тоже там и по нему задумки. Так что, я думаю, если доживем, снимем репортажик. Тоже будет интересно провести кое-какие ознакомительные тесты. Тут, конечно, я даже не знаю, с чем это можно сравнить. Он ход не бархатный, потому что бархат для такого размера зерна, он слишком крупноват, если так позволите выразиться. Так, ладно, это можно делать до бесконечности. Мы уже давным-давно в оптимальную точку пришли. Тут невероятного качества и красоты Касуми финиш он выдает. Точнее сказать, Содружество Камня и Нагуры. Я сначала сконцентрирую центр фокуса на фаску. Вы посмотрите, какую он фаску вырисовывает. Блин, ну это очень красиво. Прямо очень красиво. Сегодня опять заскакивала ко мне навестить в мой рабочий кабинет моя главная художественная редакторка. Она уже по привычке тоже рассматривает. Посмотрите, какая маска. Просто бездоганно. Так, и, естественно, режущая кромка. Вот так. Вот и разница. Вот она, наглядная разница между вот такими контрполярными методами. И тот, и другой имеет место быть. Но опять же таки, ну, тут... Что говорить? Ну давайте поправим тоже на ладошке, посмотрим, как будет чутенько. Для тех, кто будет пробовать, вот такой небольшой совет, поскольку папиллярные вот эти линии, они, ну, условно располагаются вот таким вот образом, бритва перпендикулярно им перемещается. Я делаю не просто движение клинка по ладони, а я стараюсь прямо такие, ну, если так можно выразиться, обушок прямо приподнимать. Как такие, как скребковые движения сделать. Проверено, бритве это точно не вредит, а микроконвекс создает безупречный.
Так, сейчас я клиночек приберу, потому что частички кожи поприлипали, а там они такими булыжниками смотрятся. Да, ну тут, конечно, и подход к самой кромке режущей, он уже тоже заполирован. И сейчас, я уверен, мы еще один контрольный тест сделаем после гладильной правки. Он начнет, у нас клинок начнет рубить в обе стороны. Я практически в этом уверен. Потому что... О, смотрите. Ну, все ясно, мне кажется. Тут, конечно, тонкость запредельно. Сейчас вот так мы приберем. Волосок подхватим. Так. Пора уже новую косу расплетать. У меня в загашнике лежит презентованная Николаем, которого отдельно сердечно приветствую. Еще там целый жмут. Надо будет как-то, как вариант, вымочить их или оставить, как есть. Наши. Эти чешуйки волосяные, они же никуда не денутся. Так. Да и обратно, я думаю, уже тут. Да. Вот разница. Ну вот, казалось бы, да, но как... Как мы можем это оценить? Ну, безусловно, вот этот вариант еще мы можем наблюдать до ремня. Уже в обе стороны волос режет, то есть абсолют остроты в обоих случаях, естественно, разный. Но еще раз, это прямо методы контрполярные. То есть здесь я попытался максимально процесс упростить и ускорить, безусловно, и упростить, вопросов нет. Во втором же случае это самое, все самое лучшее, что я могу предложить, на что я в техническом плане способен. Вот как бы разница между методами. Но, с другой стороны, я вам должен отметить, обладание или способность выполнять и тот, и другой метод – это всегда хорошо. Как говорил мой завкафедрой, знание – это единственный груз, который спину не тянет. Поэтому знание – это всегда хорошо. Вот, по данному материалу у нас все. Надеюсь, это было интересно. Мне так точно это было интересно. Но я уверен, масса и разурманьяков, и ханмейстеров, которые, я искренне надеюсь, это все именно для этого и записывается. Какие-то идеи для себя почерпнут, хотя бы для того, чтобы в голове родилась идея для каких-то новых свершений. Это есть процесс продуктивный. Заслуживает внимания, и жизнь улучшает только процессы продуктивные, недеструктивные. Это единственный здравый путь к существованию мыслящего существа. Поэтому всем желаю всего самого наилучшего. Естественно, уверен, надолго не прощаемся. Ну, я думаю, если доживем, то завтра уже будем щупать прекрасный, антикварный, транслюцентный Арканзас в приличненьком размере. Там где-то 7 на 1,5, ну, такой, как для этой, скажем так, времени производства и, в общем-то, самой породы, размер отличный. Поэтому дождитесь и будем щупать новые подходы, новые решения. Всем всего самого наилучшего. До скорых встреч в эфире. Банзай.